фестиваль, посвященный Роме Гринёву. Он великий, мы это знали при его жизни, а теперь и подавно. Рома своим подходом, с самим собой поменял мировоззрение многих музыкантов в этой стране. То есть человек, который реально менял пространство. Это был очень одаренный музыкант. Мы все там профессиональные артисты, там более талантливые, менее талантливые. Там. А Ромик был гением. То есть таким, ну вот, беспримесным. То есть, потому что он совершенно на другой скорости вообще был в музыкальном отношении. Роман Гринёв – это та субстанция, та энергия, которая продолжает для нас, для всех существовать. Человек, который очень много сделал для нас с вами и для музыки в этом городе. Когда уходят большие, значимые люди, которые в жизни внесли какой-то вклад, и после их смерти что-то еще остается, им это очень приятно. Главное, чтобы живым памятником был такой фестиваль. А Рома этого достоин, как никто другой вообще. Такие вещи, они просто должны быть. Потому что если мы не будем поддерживать память, мы будем слишком разобщены. Я очень надеюсь, что сейчас у многих эта теплота, которая заново родилась, поможет нам всем быть более чуткими друг к другу и более теплыми. Мероприятие, оно вообще абсолютно сейчас уникально для Москвы. Всех этих людей собрать в одном месте по какому-то другому поводу невозможно. Чувак, басист крутой, я ходил на его выступление, вот, я вообще люблю джаз. Думаю, классно, надо прийти, и большой набор участников. Люблю слушать хорошую, качественную музыку, а здесь собрались, по-моему, лучшие музыканты вообще не только Москвы, и некоторые там мирового масштаба. Один из лучших музыкантов будет играть. В общем-то. Фьюжн из всего. Джаз, блюз, фьюжн, фанк, афробит. Родни твоя одна вибрация. Не случайно Рома все эти стили любил и играл. Максимально яркие впечатления. Здесь такой состав музыкантов. Но, знаете, я скорее не ожидал, что вот фестиваль приобретет такой размах. Аншлаг в большом зале клуба Алексея Козлова. Но это великолепно. Я думаю, то, что это очень достойно. Очень приятные эмоции, очень хорошая музыка, атмосфера. Потрясающе звучит то, что я сейчас услышал. Очень-очень крутое мероприятие. Но мне кажется, равнодушным оно не может быть. Вспоминать хороших музыкантов, хороших людей всегда это хорошо. Ожидаю праздника, день рождения Ромы Гринёва. Мы его будем, да, будем праздновать сегодня. Он где-то здесь. Thank you.